Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Три огненных журавля с надписью «Самара скорбим» появились на площади Славы. Местные жители зажгли 3000 свечей в память о жертвах теракта в Подмосковье. Так регион присоединился к памятной акции «Журавли», которая прошла по всей стране. К сожалению, отдали свою жизнь, пусть они даже не военные. Они тоже как раз именно отдали ее за наше право жить. Ценой своей жизни дают нам такую возможность. Давайте это ценить и помнить. В день общенационального траура в 19:55 на здании Крокус-Сити-Холла появилась проекция с улетающими ввысь птицами. Концертный зал, где случилась трагедия, носит имя знаменитого советского певца Муслима Магомаева. Памятную акцию назвали в честь одной из знаменитых песен, которую он исполнял. «Журавли» – баллада про солдат, которые после смерти становятся прекрасными птицами и получают бессмертие. Организаторами памятной акции выступили волонтеры. Конечно, это страшная трагедия, которая произошла. Я думаю, что все жители присоединяются и будут помнить всех погибших, которые погибли. Это люди, которые совершенно были невиновны, они безоружные. Это обычные граждане, которые, к сожалению, сейчас рядом с нами нет, и мы должны о них помнить. Конечно, мы соболезнуем всем близким, которые как-либо причастны к этой трагедии, и мы обязательно будем, как и вся Россия, поддерживать людей, и весь наш народ за всех причастных к этому. Акция памяти погибших продолжается онлайн. Чтобы присоединиться к ней, необходимо сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу на окне или создать собственный вариант символа и поделиться им в социальных сетях. Например, поставить картинку журавля в качестве аватара в социальных сетях. Елизавета Прокопенкова, Николай Епифанов, «События».